В общем, у нас четвертая ночь, нажимаем на четвертую. Привет, друзья. Как я вам? А? А чё я завис? Нет, я завис. Зависаю чё-то я. Да, друзья, зависаем. Чика ушла, Бонни. Фокси уже хочет уйти, блин. Вот же гадский Фокси. Так. Фокси хотел уйти, Бонни, а Чика в туалете. Перетасовка, опять же. Без этого никак, понимаете? Без перетасовки это никак. Ну, перетасовка, вы знаете, помехи там. Так, давайте я погромче сделаю. Чё ты лагаешь? Чё лагаешь? Чика на кухне, по звукам слышно, камера твоя, конечно, сломанная. Фокси хочет удрать. Фокси, он всегда хочет удрать. Это чё? Что это сейчас было, а? Друзья, я не понимаю. Это что сейчас? Кто это мне тут орал? Чика идёт. Просветку делаем, чтобы Чика ушла наконец-то. Она может уйти отсюда. Вот Чика... Фокси сбежал. Все. Никого нет. Фокси, конечно же, сбежал. Где у нас Чика-то? А, это Чика. Чика. Это же я, Чика. Ёкарный ты, баба, это Чика. Ходи, куда ты вышел? Ходи на кухне. Где Бонни? Бонни у нас... У Чика хочет выйти к нам. Бонни у нас уборочный, Чика уже на месте. Да, она на месте, уже ушла. Резко. Да, уходит. Да, она такая очень интересная. Ну, хотя бы это видео может быть и не прохождение. Потому что много я уже видео, наверное, записал по этому видео. Да. В принципе, да, логично-то. Что у нас много-то этих видео? Где у нас Фредди? Ах ты! Чика хочет на нас напасть. Но более хорошо, что нет. Так, Фокси. Фокси на месте. Успокойся. А кто это? Нет, это не Бонни. Чика, наверное. Да, это Чика там ушла, просто слышу какие-то следы. И Фокси. Нет, Фокси. Фокси, все нормально. Чика опять приходит к нам. Уйди отсюда, ва. Чика, это не твое место. Пожалуй, не твое. Не знаю. Я вот на две вот эти вот записи записываю. Ну там, какую выпишу. Так, Чика Фокси вылезает. Чика вот тут туалеты. Святое. Я хотел закрыть за ним дверь. Видишь, что Бонни нет. И он это пришел ко мне. Ты гаденыш. Я же хотел закрыть дверь, и он пришел ко мне. Ну, класс просто. Это просто высший класс, пилотаж. Браво, Бонни, я не знаю. Опять менюху мы это встречаем, это, в принципе, нормально, да? Нормально, да? Ну, начинаем. На камеру смотрю, ну, вижу это. Так, Бонни, у Фокси вылез.
Фокси вылез из своей занавески, из своих сын у него. Он отдельный персонаж в этой. Отдельная персона, такая быстрая. О, Амантлоки. Привет, играю. Играю за кого? За кого ты там играешь? Печально, не успел прочитать. Зато теперь знаете, что Амантлоки... что Амантлоки это... Новое видео выпущено. Так, где Чика? Я успел закрыть за Фокси дверь. Ха-ха. Шикаденыш. Опять он вылез. Бонни. Брони нет. Бонни, наверное, на кухне вместе с Чикой. Но мы его на кухне видим. Не видим на кухне мы его. Ну вообще. А, он в своей переодевалке. Ну вы помните, как я ее так называю, потому что это для роботов переодевалка. Так, чего я зависаю-то? Чего ты зависаешь, экран? Да, очень, ну, мы поняли. Опять завис. А, все, отвис. Так. Ну, пока один час. Пока один час. Живем. На Фредди можно нажать, но это, наверное, все знают, потому что... Фокси не здесь, Чика не здесь. И что-то вообще расслаб. Ух ты, Бонни. Бонни далеко от нас. Чика готова на нас напасть. Видите, лагает она тут. Да, видите, лагает она. Она всегда лагучая такая. Все, до свидания. Чика уходит? Чика... Ага, Чика ушла. Да, ушла. Че там, кто смеялся? Че, Бонни? Бонни. Слышу тебя по звукам, Бонниар. Так. Так, Фокси еще не вылез. Он вылез уже. Ой. Не смотри на меня так. Резко что-то вылез. Что, вылез? Так, кто идет? На меня посмотрел Фредди. И больше на меня не смотрит. В туалетах. Бонни куда-то ушел. Бонни никуда не ушел от моей... От моего места рабочего. Ой, такой же гадина. Это просто пипец. Все еще. Мы по тени узнаем, где он. Рядом с нами. Ах ты, где Брони? Где Чика? Сана свалила. Нет, здесь, слава богу, нет. А, на кухне по звукам слышу. Вот этими ушами слышу просто. Так. Хотя бы вы увидели меня все-таки. Хотя, по-моему... Вы уже меня видели? Но для новых подписчиков. Для новых подписчиков. Специально. Я узнал, где Бонни. Можем открыть спокойно дверь. Ну и про свитку сделать. Ё-моё, Чика! Я увидел тебя, мра. Пока еще Фредди... А, Фредди вылез. Но я почему-то не слышала его хохота. Наверное, я так болтаю, что даже Фредди не слышит. Где Фредди? Фредди... Не, ну сейчас хохот я слышу, но он такой как бы не обозначает какого-то действия у Фредди. Потому что этот, как вот там, Фредди когда смеется очень громко, то значит от него беды не жди. Да, от него беды не жди. От него беды жди. Тут Светка, ну Чика идет. Блин, ну я хотел закрыть за ним дверь. Да что такое? По-моему, сейчас за 3 часа доживили. Доживили. Дожили. Пики, тихо.
Что за фигня такое происходит? И тихо! Там собака у меня бесится еще на заднем плане. 10 минут? Да, 10 минут. Для вас, наверное, 40 уже. Здесь 22 написано. Ну, 10, короче, минут. Так, пусть... Ух ты, притасовку устроили. Притасовку уже устраивают, а не понимаете? Завис. Ага, вот. Да чего я заслоняю, а оно зависает. Все время зависает. Бонни уходит. Бонни уходит. Смотрите на это гадское морда. Вот это вот еще такая псина. Это не псина, а фоксик. Фоксик, фокс. Да, это тоже такой вот персонаж очень... очень не похож на всех. Потому что он очень такой... Он как бы не на всех камерах виден. Он только на, вот здесь и на камере коридора тоже он есть. Только на двух камерах. На своей камере, где он сидит, и где мой коридорчик. Понятно? Посветку делаем на крайний случай. Так, и где все? Где Бонни? Он здесь, не здесь. Бонни, видимо, на кухне, видимо, с Чикой. Потому что не видно двух персонажей на камерах, не видно. Вот так сделано почему-то. Ну, так сделали случайно. Ну, случайно. Ну, не специально, я думаю. Зачем специально вообще делать? Так, ну, у меня 1 час. Боюсь. Вдруг это какой-то мудак, Фокси. На, не чикал туалет. Все отлично, да. Куда тебе поставить-то? Так. Я все двери закрыл. Зачем тратить электричество зря? Чё-то... Ага, Фокси, Бонни. Где Бонни? Бонни, не пугай ты меня. Он да, здесь. Где Чика? Я боюсь вас. Так, Чика. Чика у туалета, Фредди тут же. Ну, по-моему, первый раз, по-моему, мне повезло. Сейчас нет. Вот первый раз повезло мне. Вот реально повезло. По-моему, второй раз. Я же третий раз играю. Он уже в туалетах вместе с Чикой. Фредди тут. Бонни ушел. Бонни не ушел, так а вы? Он всегда ничего не уходит, он не уходит от места, он просто пристает к тебе и пристает. Кстати, лучше говорить с вами, потому что тогда время уходит. Чика на кухне едет. Фредди у нас на... В женском туалете, ну это ясно. Я даже не буду говорить, почему он там есть. Не, ну что это такое? Ты надоел ты мне. Вот это вот что, по-вашему? Что это за фигня такая? Кто придумал этого Фокси, чтобы он не лез не в свои дела? Он лезет не в свои дела. Реально, не в свои дела. Реально, не вовремя и ходит. Приходит.
Так, где у нас все? Все на месте. Фокси вылез уже из-за навески. Ну, эта гадина все и портит. У нас реально ничего не хочет, он только все портит. Че, Чика уже на кухне? Слышите, Чика на кухне. Ага. Нифига такая скорость света у аниматроников. Поражаюсь. Я в Чиксе еще на кухне. Бонни вышел, а Фокси, Фокси не вылез. Вот, блин, вот... Смотришь на это Фокси, вот только время отнимает. Смотришь на других, других, ты забываешь про Фокси, он тут вылезает. Не понять этого Фокси. Фокси это да. Особенно Чика такая, все пробежала, наверное, не шумно, и уже на кухне лазит. Такая наглость у этой нашей подружки Чики. Просветку делаем, чтобы она испугалась, потому что во всех видео она пугалась. Так что, это да. Так, ну просалку на Фредди мы не будем нажимать, наверное. Еще Чика на кухне. Да все еще на кухне. Да, она все еще на кухне. Вот такая вот Чика у нас. Чик-чик-чирик. 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 Песенка. Фокси на месте. Чик все еще лазает. Не, ну все пока на месте. Все пока идет гладко. На видео мне повезло дед сегодня. Ну, я надеюсь дожить до 5-го ночи. Ну, до 5-й. 5-я ночь, по-моему, последняя. Надеюсь, что она будет последней в этой игре. Да я ж не думаю. Ах ты, Фокси, хотел ускользнуть. И у нас Бонни. Чика что-то на кухне вообще сосиделась. Ну ты. Вот же гадина. Фредди тут проснулся. И он уже на кухне. Фокси пытается ускользнуть. Ага, мразь. Еще даже просветку не сделал. Блин. А! Так. Еще здесь. Так, у Чика вместе с Фредди там на кухне. Все, что я. Фокси на месте. Чика не на месте. Классная песня, просто. Браво, браво. Браво, хлопаем Фредди. Фредди у нас певец. В прошлом видео он разговаривал с нами, помните? Если не помните, то посмотрите обязательно прошлое видео. Чика здесь уже? Нет, Чика не здесь. Она уже на кухне. Она на кухне, да. Фредди все еще не сбежал. Фокси. Фокси. Фокси нормально. Бонни тоже нормально. Вопрос кроется в Чике и Фредди. В остальном все нормально. Вот тоже вот этот вот Фоксян. Фоксян может сбежать. Это печально будет. Будет печально. Как... Мразь, Фредди. Мразь, Фредди. Ты
2 часа у нас. Мы должны эту ночь выжить. Где? Чика? Нет, Бонни. Лагает и хочет вылезти. Сетку делаем. Так, Бонни отнимает у нас энергию. Практически 30% осталось. Практически 30% осталось. Да. Неудивительно. А где? Фредди уходит. Что у нас много заряда отнимает? Фредди уходит. Слава богу. Нет. Кто? Кто к нам пожаловал? Токси Сеша. Все, в принципе, да. 7% осталось. Блин. Ну, пожалуйста, доживи хотя бы до 5 часов. Упусти. Нормальное местоположение. Хочет на нас напасть. 5 часов. 5 часов. Хи-хи-хи. Сейчас будет петь песенку. Хотя бы до 5 часов дожили. Да блин. Что так быстро музыка заканчивалась? Пожалуйста. Пожалуйста. Не успей. Не успей, не успей, не успей, не успей. Да 5 часов я только увидел, но все равно. Все равно мы не выиграли. Да, жалька, печаль.